Добрый вечер. Весной наступившей у нас уже теперь она неизбежна, несмотря даже холода будут какие-то. Где-то наводнение, где-то пожары. Переживем. Мы самый главный с наступающим великим праздником. Он действительно великий, 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Нам Запад пускай считает, что они победители во Второй мировой, нам плевать глубоко, что они считают, пусть так и считают. Но мы все дети и внуки победителей, поэтому я бы хотел начать, хотя до праздника недели, но 9 мая будем отмечать на родине все, у себя, в узком кругу. Великий этот праздник. Так вот, что я хотел сказать. Случайно совершенно получилось, совершенно случайно. Собирался выбросить там 30 кг аудиокассет старых еще советских времен и наткнулся на кассету, которая совершенно изменила мое представление о войне 41-42 год. Это было интервью, которое мой светлый памяти отец давал. И это связано с Украиной. И это он давал двум журналистам с радио города Дубна, Ровенской области. И она называлась «Шел тысячный день войны». Но они его спрашивали о первом бою. Я узнал много интересных вещей и про отца, и про 33-ю армию, и про генерала Ефремова, который все молчат, считая их всех неизвестно кем. Я Жукове. Вот он уже 2 месяца не является за мной маршалом победы. И я поверил тем, кто говорил, что Жуков не жалел солдат совершенно никакой. И много лет я про это слышал, а тут выясняется совсем никакой. Дело в том, что 33-я армия под командой генерал-лейтенанта Ефремова, был последний рубеж обороны на пути немцев к Москве. Дальше между Вязьминским котлом, где оказалась эта армия, не было никого практически. На ополчение артиллеристов на Москву. Это называют чудом, но это не чудо. Просто генерал Ефремов сражались до конца и держали модуля, бронированную армию, танками вооруженную, не давал пройти на Москву. Так что вся армия была уничтожена из-за амбиций Жукова, который московским военным округом командовал. А отец мой был, кто я тоже с удивлением узнал, в 41-м году в военкомате он попал, 2 месяца курса выстрела, и первый бой, он, оказывается, его сначала-то приписали к десантникам. Вместе с бригадой десантников он выбрасывался в этот котел с целью его прорыва под Вязьмой, в болото туда. И весь этот десант, первый большой, вся бригада была уничтожена в воздухе. Осталось 7 самолетов, и отец, 15 человек, все-таки прорвались туда. Трагическая судьба этой армии, я почему рассказываю, потому что надо знать свою историю, не только победы. Это тоже была победа. Сталин дал приказ разблокировать 33-ю армию, для того, чтобы она нужна была на обороне Москвы. До Вязьмы не очень далеко, но она нужна была здесь, под Москвой. Жуков приказ не выполнил, потому что у него были отношения. Он завидовал Ефремову, так же, как в свое время завидовал. И генералу другому, который до сих пор считается предателем, но он и есть предатель, Власов на игре. И он не выполнил поручение, не разблокировал котел. А отец сюда прорвавшись, 17, за 2 месяца до дня рождения своего, 17 декабря он был выброшен вместе с десантом туда, прошел до генерала Ефремова. И поскольку сообщения не было никакого, никакой связи, только десантники притащили с собой аккумуляторы для рации, минометы, выгрузка 50 килограмм на человека, загрузка была вот с этим, прошли там. И отец до апреля 42 года сражался в этом составе этой армии, некуда было идти. Был тяжело ранен, и десантники, как он сам рассказывает, последние десантники мои забросили меня в самолет без сознания, он потом 2,5 месяца пробыл в Москве в госпитале. Никто из этих, кто там был, он был единственным, кто прорвался к этим. И кто живым оттуда вышел, он вылетел, больше никого. Но они все прошли через НКВД, через особистов, все, некоторые получили по 10 лет, тот и был расстрелян. Генерал Ефремов отослал вместе с самолетом знамена полков 33-й армии в центр сюда, чтобы, знаете, когда знамя погибло, достался врагу, больше честно существует. Но пошли суждения, записка докладная Сталина Жукова, что
не умеет командовать войсками. Вот полное окружение, котел. 28 дугласов с десанта не смогли прорваться, такой плотный был заградительный огонь у немцев. А там выкапывали лошадей, которые пали осенью 41-го, а вот уже в марте-апреле под снег доставали и ели их. Не было ни продовольствия, ничего, сбрасывать невозможно, в болотах попадало немцам или кто-то куда-то. И никто не получил, я досконально, вот с помощью администраторов моих, спасибо вам огромное, раскопал всю эту историю. Генерал Ефремов только в 90-каком-то году получил посмертно звание Героя Советского Союза, а до этого 33-й армии. Но на полгода, и неизвестно что, если бы они сдались, как попытки даться обменяли, они, то не знаю, встречали бы сегодня, под кем была бы Москва, бы, и 6 месяцев держаться в полном окружении, без питания, без боеприпасов, ничего. И еще первое испытание «Катюш», две установки были, в некоторых фильмах показывают, когда Королёв придет, да, именно под Вязьмой, именно в котле. Они расстреляли последние снаряды и уничтожили сами установки. Много чего было, долго рассказывать, не хочу отвлекаться, но, по-моему, это все должны знать, потому что, как забыли 41-й год, и никто не получил орденов, никто. Зато кто-то 40, кто-то чего-то, были и предатели, конечно, которые убегали, полковники убегали, лишние друзья Жукова. Жуков, я когда стал копать Молотова записки в 41-м году, Жуков, на вопрос Сталина, я понимаю, как так, ветеран, кто по Жукову, то все, что скажи, из «Единой России» кому-то, что ну что он такой же полковник комитета, как я, ВВП, и меня закидают шапки. Да мне плевать, мне главное правду их установить. И вот такой же Жуков, значит, был. И он не маршал победы, потому что прилететь в Берлин для того, чтобы принять капитуляцию, это... Маршалом победы по-настоящему был Сталин. И за ним Рокоссовский. Но Рокоссовский по происхождению поляк, поэтому... Вот так вот история расставляет места, если и заняться. А отец не получил, только ордена и медали посыпались на него с 43-го по 45-й год, 48-й. Вот. За Украину. Тесть мой воевал под Ленинградом, Волховский фронт. Это второй фронтовик, от которого сейчас пою песню, которую сейчас расскажу, еще буквально 3 минуты. И дошел до Польши, в Синявинских болотах получил туберкулез. И дошли до Польши, освободили Варшаву, и он там пребывал несколько лет. Там с тещей познакомился. Она, будучи русским военнослужащим, тем не менее, в войске польском, которая у нас была Харунжей, врач-стоматолог. Она там пробыла всю войну, конфедератки, фотографии остались. Вот. И они там познакомились и потом поженились, когда война кончилась. А вот интересная вещь. А Леонид Яковлевич, это мой тесть покойный, его вылечил от туберкулеза, он на постой стоял, там еврей один в Варшаве был, он улечил. Поил его пивом, меду туда добавлял, яйца какие-то, еще что-то, и вылечил за 3 месяца. Вот. В то время как вокруг травили, умышленно травили офицеров советской армии. Вот такая сложная штука война. Но когда ему вручали в Москве уже, посол уже, орден, высший орден польской, польское государство такое, вертути милитари называется, может кто-то слышал. И тот отказался ехать в Польшу, то этот посол плакал, говорит, зачем я бегаю вам здесь, там вам надел там 300 злотых каждый месяц, живите сколько хотите. Там, это, никуда он не поехал, вот с орденом вместе его и похоронили. Но они пели песню, я ее знаю с детства. Отец не воевал, он на Центральном фронте, потом закончил первый украинский, дошел, где сам посадили, 5 мая закончил войну. Взять им Праги, а на Прагу бросили наши. А песня такая, она очень интересная. Я залез когда в интернет, посмотрел, откуда эта песня, и понял такую простую вещь. Вот нельзя так издеваться над песней в политическую году, кому бы то ни было, да? Я спою первоначальный вариант, кто-то от отца, но и 15 вариантов все разные, кто только не поет. Почему-то назвали «Волховская застольная». Песня бойцов Волховского фронта, это северная. Почему-то назвали. После того о развенчании культа лично Сталина вообще убрали, чушь написали собачьи, и сейчас то и не поет. Поет казачий уральский хор. Еще что-то. Эх, да, там все вот этими своими казачьими штучками. Шифрин поет, этот комик. Поет Шнур, как хочет он так поет. А первый вариант не поет никто. Вот, как сказала цензура, все, про Сталина забудьте. Налепили бог на черт. Я вам про эту песню. Она подходит для того, чтобы, значит...
Ну а ради истории хотя бы, 41-й год. Она никаких застольных не было. Позицирует, что она в 41-м году написана. Нет, там еще Ленинград не пережил плакаты. А она уже, когда прорвали плакат, пошла. Вот такая песня. Калинки, Миш, как-то ее пел в своем варианте здесь. Я спою, как помню ее, значит, в честь наших предков, которые победили в этой войне. И в честь наступающей годовщины. И ради правды. Редко друзьям встречаться приходится, но уж когда довелось, помним, как было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Помним, как было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Выпьем на тех, кто ночами холодными мерзлых не спал в блиндажах. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Выпьем за тех, кто полег под Синявиным, тех, кто не сдался живьем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Пусть вместе с нами земля ленинградская вспомнит былые дела. Помним, как русская сила солдатская немца за Тихвин гнала. Вспомним, как русская сила солдатская немца за Тихвин гнала. Да не мы чертимся кружками, стоя мы, братство друзей боевых. Выпьем за мужество павших героями, выпьем за славу живых. Выпьем за мужество павших героями, выпьем за славу живых. Будут навеки, навеки прославлены под пулеметной пургой наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой. Редко друзья нам встречаться приходится, но уж когда довелось, вспомним, как было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, как было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. То по песням. Я знал про Афганскую войну, что если собрать все песни, все есть, какие есть, писали солдатские сцены за все годы войны, то и получится самая полная картина этой войны. Не надо сидеть в кабинет, что-то выдумывать, не надо заниматься. Психологам надо эти песни просто слушать все, вот все вместе, которые написали, и будет полный образ войны. И поэтому я стал искать песни, они старые, хорошо известные, но есть совершенно забытые. Песни, которые написаны были исключительно людьми, которые сами прошли войну, не потом. Это замечательная, конечно, песня, и этот День Победы, знаете, дам за того парня, замечательный. Но покойный мой учитель где-то и друг хороший, значит, Вадим Кожинов на семинаре, он Миша Михайлов помнит. Миш, ты здесь? Здесь. Помнишь семинар, да? Еще. Когда Кожинов говорит, а вообще, вы помните, какие, знаете, какие в окопах в Отечественную войну пели? И пел, он сидел дома. Запомнилось. Он сказал, что вот песню-то лучше изучать, слушать те, которые писали там непосредственно. Даже если маститые были, ну знаем, вот там Анчаров, там ребята другие, хорошие композиторы, они были на фронте, они писали о том, что видели. Поэтому и песни у них были пророческие. Понимаете? Вот такая песня, сейчас я спою, она тоже известная. Но пока были живы, пела ее. Пели ее многие до 91 года, сейчас забыли, сейчас их не поют. Сейчас чего-то какие-то измышления, кого-то чего-то, чего-то такое. Гимн Советского Союза переделал, зачем? Кстати, его не пели на фронте, а пели «Вставай, проклятием заклеймённый». И песни пели, вот, отец помнил песни, написанные после революционной гражданской войны.
Он их пел. Так что забытая старая песня, вот такая песня забытая. Только вот помечено, она закончена была после того, написана песня, когда отбила наша армия Крым, да, Одессу, все там, все, все у немцев, и дальше вернулся назад. Вот такие песни. Ну и совершенно дурацкая вот там, почему ее выбросили. Ну помните песню первых космонавтов, давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. Закурим, убрали песню, переделали. Ну как вот сейчас, вот просим курить везде. Да, ребята, идите к черту, кто к вам будет ходить, если вы себе везде курить бросите, его бросайте там. Где у себя, в Кремле там, может. Хотя курят, курят там, я точно знаю. Гордеев говорил, Серега, ходили и пили прямо в буфете. Ну, не важно. Вот такая песня историческая. Простите, немножко простужно я тут. Даже лучше. Из-за такой, да? Французский прононс появляется. Да, ладно. Не знаю, в общем, такая хорошая. Ну, мне нравилось. Отец пел и после войны, играет во Львове, играет на трофейном бое. Научился сам играть за войну. Дует теплый ветер, развезло дороги, и на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах, где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой. О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать. И в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах, где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ. А вот куплет, слушайтесь, еще ничего не было. А когда не будет немцев и в помине, и к своим любимым мы придем опять, вспомним, как на запад шли по Украине, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах, где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой. Я на себя нажал воспоминания о будущем, как на завтрашней на Украине. А дальше Польша и так до Ла-Манша. Нам вдруг и повторится. Чего нам? Первый раз, что ли? Туда. А песня была. И вот, сейчас расскажу. Значит, выступает на 15 февраля, выступает хор Александрова. Поет опыт из песен разных всяких. И слушаю песен, которые мне очень нравятся. И сейчас нравятся. Значит, там есть куплет. Солдаты в путь, а для тебя, родная, выкидывают припев. Это долбанная политкорректность, которую наши сошли с ума, да, изуродуют песню. Они не поют куплет. Мы прошли, прошли с тобой полсвета, если надо, повторим, убирают из песни напрочь. Как представлено. Ну, кому можно? Вот если ты руководитель, там, полковник. Я потом чуть не подраз, говорю, если руководитель, ну что ты хрень поешь? Какой ты, говорю, полковник? Подраз со мной не пошел, а я уехал дома. Значит, ну зачем изуродовать так вот песню, чтобы там никаких там. Это урода не история, потому что, как я уже говорил, песня есть состояние души. Песня передает информацию изревно.
Ведь не просто так бренчали там на гуслях, ходили, скальды там, скандинавские, они, не просто, они же о чем пели, сказания своих, блин, баянов гимн, это совсем не литературное произведение, чтобы читать его, его слушали и передавали с поколения в поколение, ну их сотни лет, так же, как и песни. Тогда еще одну песню, я не знаю, где она, кто написал, ну просто не помню, хорошую песню надо знать, это тоже кто чего написал. Но я ее написал на первую кассетку в Афганистане, сейчас я не понимаю. Она тоже. Автор неизвестен, но она мне нравится, и мне понравится тоже. Кто слышал? Тоже «Ко дню победы» написано давным-давно тем, в прошлом веке. Отгремело над городом эхо салюта, на ладони скатилась героя-звезда, и победы твоей наступила минута, о которой теперь не узнать никогда. И победой твоей наступила минута, о которой теперь не узнать никогда. Ты бежал впереди всех громади Рейхстага, пулеметы трещали со всех чердаков, а вокруг полыхала земля, как бумага, прожигая подошвы твоих сапогов. А вокруг полыхала земля, как бумага, прожигая подошвы твоих сапогов. По какой-то одной из разрушенных улиц ты свой взвод вел вперед к окончанию войны, но пробившее сердце свинцовая пуля обернулась звездой на ладонях жены. Но пробившее сердце свинцовая пуля обернулась звездой на ладонях жены. С той поры, как наступит 9 мая, и встречаются с праздником люди везде, на ладони жены тихо слезы стекают, оставляя след соли на желтой звезде. На ладони жены тихо слезы стекают, оставляя след соли на желтой звезде. Вы простите, что я так мучаю вас моими песнями, но у нас же, помните, традиция всегда, какой праздник близко. Когда я с Калинкиным Мишкой когда он вступал, все линканки, спартанкистов, обязательно там чего. А здесь большой праздник, и тут же никак не обойти. Просто те песни, которые почему-то как-то в чьей-то подаче исчезли. А вот песни-то замечательные. И осталась песня Анчарова только, парашют рванули. Но Анчаров воевал в десантных войсках, да? И сказал Господь, это ж Пашка лечит, брат Благушевский атаман. Но зато вот эта вот песня. О людях, которые вообще о них мало пишут. Почему? Ну, я героический профиль, десант, морпех, даже пехота, танкисты, летчики. Это про связистов песни. Есть связисты у нас здесь? Нет связистов? Ну, без связи никуда, ни в разведке, ни в бою, нигде. Но они скромные ребята, зачастую шифровальщиков. Витька был, когда тут сидел у нас. Самый секретный человек Бадахшана, там профессор вот, по связи, товарищ мой. Не танк вести, но бой за Родину, пусть черный пробег мы потянем вперед. И в гимн остерки рыжий дырочку для ордена связисту вражеская пуля провернет. И в гимн остерки рыжий дырочку для ордена связисту вражеская пуля провернет. Сожженный лес чернее прежнего, кругом гремит и грохочет война, а в трубке слышатся слова такие нежные.
заря, ответь заря, я чайка, я луна, а в трубке слышатся слова такие нежные. Заря, ответь заря, я чайка, я волна, не флаг нести по полю в бою нам, в руке всегда черный провод течет. Но если хочешь, парень, стать суровым воином, давай бери мою катушку на плечо. Но если хочешь, парень, стать суровым воином, давай бери мою катушку на плечо. Не танк вести нам в бой за родину, лишь черный провод не потянем вперед. И монастерки рыжей дырочку для ордена связисту вражеская пуля провернет. И в эти монастерки рыжей дырочку для ордена связисту вражеская пуля провернет. Последняя песня о войне. Написанное, ну понял, записано мне где кто и чего, я даже в каком кинофильме, в каком году. Но это сейчас не важно, но песня хорошая. Главное исполнял человек, который не владел ни голосом, ни инструментами в одном из фильмов. Но это Марк Бернес не владел ни голосом, ни инструментами. Как я тоже не владею голосом, никакого образования. Но Марк Бернес вообще. Ну вот как он пел? А как пел... Другие люди, прошедшие войну, они просто чувствовали и пели так же. И там не надо колоратурный сопрано какой-нибудь, хор. Вот эта песня. Фильм. Вот какой там друзья собрались, не белорусский вокзал. Собрались друзья, и один из них сел за рояль. То старый уже такой. Седой, песня стал петь. Но песня хорошая. Это песня о Куджаве, которую мало слышал и мало знаю. Она про царицу полей, конечно, про победу. А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, беречь не пошли домой. Война развернула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. Заря и пеплу наших улиц, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под жестяной звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете. Бери шинель,
пошли домой. Опять весна на белом свете. Отец мой, они недавно ушел из жизни, и тесть. Я не рассказывал, я с детства запоминал. Так что вот эту песню. Ну, я знаю, что такое возвращаться домой с любой войны, из Афганистана, из какой-то, понимаю и чувствую, как и мы все. Главное, чтобы ждали. Здесь дома ждали. Не какие-то там афганские братья нас ждали, которых мы придем и спасем от чего-то неизвестного. Не там, и не болгарские братушки, которые денег от нас ждали. И не Казахстан сейчас, как Киргизия, которые денег хотят, а чего-то ждут, потому что все это унаследуют. И даже американцы, которые от нас ничего хорошего не ждут и правильно делают, значит, там. И не на Западной Украине нигде. Главное, чтобы солдаты любого, где бы, если не полный отморозок, там, и не иностранный легион, и не какой-то наемник, который все равно где ждут, там что-нибудь. Да, женщин найдем в любом селе, которые возьмем. Нет. Ждать должны на родине, ждать близкие люди, любящие тебя. Поэтому вот посвящена она моим землякам, вернее, землякам моим. Они исполкают 160-го, тот, кто Федор, знаешь, да, Димка там. И другим жителям города Коломны, афганцам, не афганцам, которые там жили, мы рядом. Мы там в Афганистане были рядом, там километров 200 еще, от километров 30 здесь, так, судьба свела. Называется она «Возвращение», эта песня. Но это конец войны, когда война кончилась, все возвращается. Вот. Рано или поздно. Обниму часто войну. Обниму я березу родную. Припаду. Березу руками припаду к белоснежной коре. Я так долго топтал сапогами пыль и копоть дорог на войне. Обниму я березу родную с незажившим рубцом на стволе. Белой грудью ты встретила пулю, что была предназначена мне. А там, где мой дом, где мой дом, скоро сирень зацветет в палисаде. Там, где мой дом, там, где мой дом. Помнят ли там о солдате автомат, запыленный в походах, сняв с плеча, положу на земле. Лицо от соленого пота я отмою в студеном ключе. Я дошел от Москвы до Берлина, я до Эльбы дошел от Аким. И в огне прикрывали мне спину дорогие мои земляки. А там, где мой дом, там, где мой дом, зацветет палисаде. Там, где мой дом, там, где мой дом. Помнят ли там о солдате? Вот стою на зеленой опушке, надо мною звенит тишина. Кончилась эта война, от рощи раскинулись стали, с непокрытой стою головой. На груди моей пара медалей, орден славы и шрам пулевой. На груди моей пара медалей,
орден славы и шрам полевой. А там, где мой дом, там, где мой дом, скоро сирень зацветет в палисаде. Там, где мой дом, там, где мой дом, помнят ли там о солдате? Там, где мой дом, там, где мой дом, ждут и грустят о солдате. Все воевали, все до единого. Ну, и тоже песня, в общем-то, о возвращении. Не столы настоящие украшают наш дом. На снарядные ящики плащ-палатку кладем. Постограм нам положено, фронтовой наш паёк. Есть и банка порожняя, наливай-ка, браток. Постограм нам положено, фронтовой наш паёк. Есть и банка порожняя, наливай-ка, браток. Сторонку за русскую выпьем этот бокал с той нехитрой закуской, что союзник прислал. За землянку уютную фонаря огонек, за машину попутную наливай-ка, браток. За землянку уютную фонаря огонек, за машину попутную, что идет на восток. Выпьем мы за товарищей, за друзей боевых, что прошли сквозь пожарища и остались в живых. А за тех, что не дожили, пав в жестоком бою, молча мы, как положено, выпьем водку свою. А за тех, что не дожили, пав в жестоком бою, молча мы, как положено, выпьем водку свою. Мы вернемся счастливыми, кончив долгий поход. Будут девушки милые нас встречать у ворот. И что было загадано, все исполнится в срок. Пусть горит за туманами золотой огонек. И что было загадано, все исполнится в срок. Лишь бы ждал за туманами дорогой огонем. Ну, вот это, следующую песню вы все знаете, она просто напомнила, что она так получилась, что она в Афганистане стала широком. Извините. Нет, прозвука где-то. Она стала известной, но написана она на 30 лет победы в 75-м году, посвящается моему отцу и его товарищам. 172-я стрелково-стрелковая дивизия, 1-й украинский фронт, разведка, помощник начальник штаба по разведке и 7-й ребят. Но она, не, видно, она так прижилась, потому что у всех войн суть-то одна. Было за что сражаться, но вот так вот. И разведка, и здесь разведка. Хотя некоторые подходили и говорили, спрашивали их, а почему вы не поете последний куплет? Да нет, какие там, какие языки, не смотрели.
Даже фильмов, наверное. Ну, очень молодые ребята, даже некоторые офицеры. Я говорю, что такое спираль Бруно? Вот, да? А колючка простая, чего так? А языки зачем отрезали? Ну, что ты, лейтенант стоит. Зачем языки отрезали? Не отрезали, брали, он вообще-то глаза вытащил, чтобы взять языка. Он пошел дальше. Не перейдешь. Старость название. Язык-то переводится иностранец, чужой. Кстати, когда первый перевод слова полку Игорю, там, в дружине у Игоря было 2 на 10 языков, значит, решили, что иностранцы. Потом, когда внимательно перевели, стало славянского, оказалось, что это просто элемент детали русского вооружения. 20 штук, там никаких иностранцев по мне не было. Ну вот. А на войне, как на войне, а нам труднее там вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем. Чужие слезы нам зачем? Уходим в дождь, уходим в ночь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы пиздел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Если так случится вдруг, тебя навек покинет друг. Не осуждай его, война тому виной. Тебе наш родный старшина отдаст медали и ордена разведки, заработанные мной. Тебе наш родный старшина отдаст медали и ордена разведки, заработанные мной. Батальонная разведка, ты пиздел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, у меня санбати. Извините, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена, мы в бою сядемся за дружеским столом и вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил. И чашу полную товарищам нальем, и мы припомним, как бывало, в ночь шагали без привала, рвали проволоку, брали языка, как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака, как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Батальонная разведка, мы пиздел скучали редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Переходим к Афганистану, афганской войне. Отец мой не понимал, он говорил, так, с уважением относился, говорил, вот у меня тоже карьера, повторяет, у меня сын, все меня поговорил, представлял, на один говорил, да чего вы там воюете, вот мы воевали, и пошел и поехал. Он так всю жизнь говорил всем, и тесть ему вторил там. Я ничего не возражал, частный случай нашего бытия, афганская война, но то, что какие последствия она принесла, для Советского Союза, то есть развалил его целиком. Отец так и не понял, ни отец, ни мать, вот все, кто сражался за Родину, не понял 91-го года, так ничего, так и умер, понял, что и мама тоже, и я ничего не понимаю. То есть я это понимаю, мне это проще, но отец не знает. Ну вот так и тогда, значит, и серия афганской войны, вот. Карась, вы знаете карася, да, в Луганске, он как-то вот ему понравилось, там прикупился одна строчка, и он на вопросы такой отвечает, а такая двух разных выйдет и высыпь, там, и больше ничего, значит, остальное
Мол, у Морозова спрашивает, а что ты? Нет никакой разницы, войны, с одной стороны. И это так и называется, размышление в коммуне Тулукан Файзабад. Двух разных войн, едина суть. Так говорил один компат. Мы трассой жизни знали, звали путь из Тулукана Файзабад. Там трое суток напролет ползет колонна между скал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Держись спокойнее, браток, на нервы мизерна цена. Здесь не Европа, а Восток, и в моде минная война. Стремни, покуда твой черед, отдай напарнику штурвал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Закрой усталые глаза, взгляд оторви от колеи, и все, что в письмах прочитал, за словом слово повтори. Тебя в союзе кто-то ждет, а может, ждать уже устал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. А нет уж, лучше не дремать и успокоиться на том, что будет время вспоминать. Когда до финиша дойдем, пыль со скулы смывает пот, в глазах багровый карнавал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. А где-то мир и тишина, и только фильмы о войне. А здесь отметилась война, пробоины в лобовом стекле. Сказали, вас награду ждет, а ты о ней мечтал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. И кто-то там живет, как жил, добрососедствуя со злом. А ты давно уже забыл, что именуется добром. Закат ложится на капот, угрюм тих багрово ал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Дилемма, быть или не быть, не для уставших наших душ. Мы просто дальше будем жить, перевалив за Кентукуш. Вот прогудев над головой, в сторону ушли, и перестроился конвой. Очнись, приятель, мы дошли. Браво! Дождь идет в горах Кавказа. Сейчас, да, кстати, вот забыл сразу сказать, если чего-то есть предложение, вы давайте говорите, там из зала присылайте. Игорь Николаевич, я вас поздравляю, сегодня же годовщина, немцев разбили, товарищ Вовыча. Да, выпьем. Так что немцев разбили на Ладожском озере. Фашист никто не говорил, вот первый же песни пел, да? Немцы затихнет на лаз. А когда-нибудь немцы их поменят. Че? Теперь политкареты. Фашист просто диалоги, там неприятно. А немцы не сейчас были правильные лезли. Они друзья жили были. И Романовы, кто на четверть, кто наполовину немцы. Или
Форд и все ребята. Ну вот им что-то все хотят. Всем что-то хочется. Потому, что вот Россия же большая, а эти песни, сбежены слова, вот сегодня говорили, а это наша срывая была советская. И последний куплет. И так. История такая, что вообще история не наука, она вот есть независимо от того. Это тут трое-четыре авторитета сговорились и решили взять. Вот, на самом деле нас не спрашивают, она есть, какая есть, и никак ее не поменяешь. За свою историю даже палку не вставишь. Но пропадает возможность изменять историю, тоже можно править. Не для меня эта история, она уже написана. Так что тут ее... Попытки изменить историю приводят в собственной Библии. Уже были, видишь, сколько перестреляли, желающих изменить историю, у нас и есть. И еще перестреляют. Глубокой скорби не вызывает никто из этих там убитых, ни там, ни тут. Меняли же, еще как меняли, как жестоко и зло по отношению к России, так что слез не пролью. Ни по поводу Немцова, ни по поводу никого. Вот Олеся мне будет унижает. Он нейтральный был, но в такой войне нейтральных нет. И нельзя быть миротворцем. Игорь Николаевич, а дальше? Я ищу на Ленинград. Вот короткий тогда. Она не короткая, она длинная. Просто расскажу, из-за чего сыр-бор весь в Афганистане. Был, есть и будет. Там 200 лет уже идет. Значит, никакой не было там. Был Пашинистан, были множество княжеств там вместо Индии. Потом пришли там англичане, кому не лень, за алмазами, за бриллиантами и заботились идеи Индостан создать. То и все, включая... Пакистана не было никакого, значит, были разрозненные какие-то. Раджанаты там, еще чего-то. Ну и все у них получалось здорово, пока не решили они еще сюда же, в этот Индостан, в Индокитай включить и Афганистан. Уже Пакистан был, уже там все это, а вот Афганистан, ну никак, ни у кого не получился, у нас тоже, кстати, там, за 10 лет. У англичанов трижды не получилось, американцев сейчас не получилось ни с кем. Но нельзя пуштунов, они всегда поэтому, это непокорное племя кочевников, нельзя, они плевать на всех хотели. Вот есть такой, горные пуштуны, там вообще нельзя пройти, англичане трижды пытались сюда, трижды их выкинули. Две битвы при Майванде, чем вооруженные, это кремневыми фузеями, да этими, крикнули Аллах Акбар, там им выкинули оттуда 30-тысячный корпус. И на что, 20 ушли сами за правду. Не выгонял, американцы там делать нечего. Бадахшана родного его выкинули, американцы. Как-то они рвались, теперь там мировой опиумный центр в этом самом Бадахшане. Дороги все мощеные, ГИБДДшников только не хватает, все нормально, но за наркоденьги там уже. Но без американцев, которые туда очень рвались. Ну, там, где американцы приезжают, там транзит наркотический начинается всегда. Они делают это дело. Ну вот это... Никак не могли присоединить Афганистан, Пуштунистан, никуда. Тогда один махнул рукой на все на это, премьер-министр, звали его Дюрант, значит, Великобритания, правительство. Он говорит, да что с ними? И вот так линию провел. Вот это вот наш Пакистан, вот это вот Индостан, а эти афганцы пусть сидят. Вот эту линию Дюранта или Дюранта никто ее не признает. Афганцы не признавали ее никогда. Когда в очередной раз хотели ее выровнять вообще, и туда территорию Афганистана захватить. В 19 году англичане собрались, есть последний решительный. Но в это время правительство Афганистана, Муллах стал подписывать договор о сотрудничестве и помощи военной с Советским Союзом, с правительством Российской Федерации. И в 20 году мы ввели туда войска. И дважды вводили туда войска за период войны 41-40 года. Посмотрите миссию в Кабуле, да что там Сербор. Там военная разведка набита, Абер. И все равно не пустили, да и убили кого-то еще там из руководства немцев. Не пустили, никого не пускают до сих пор. Поэтому вот эта линия Дюранта, это там, где мы, значит, если смотреть на Советский Союз оттуда, на Афганистан, вот с правой стороны, там, где Пакистан, Индия, и вот так, я понимаю, вот эта линия Дюранта, которую Мортимер Дюрант нарисовал на карте и так теперь разделил весь мир. Ну, любят англичане спиндос и мир делить вот так. На карте возьмут, нарисуют чего-то, а потом долго мучаются за это. Как кажется, все делится. Ну не важно, вот такая песня. За линией Дюранта не утихает гром, там ни свинца, ни жизни, не жалея.
линии Дюранда кончается судьба и снова начинается с Кабула. Там соль на наших спинах и пепел на губах, и солнце, обжигающее скулы. А ты не торопись, удел оплакать мой, читаю между строчками в газете. Ищи меня, ищи по почте полевой, и верь, что я живу еще на свете. Ищи меня, ищи по почте полевой, и верь, что я живу еще на свете. За линией Дюранда и другие враги смешались беспощадны этой драке. Ревут бронемашины, грохочут сапоги, и сердце бьется ритмами атаки. За линией Дюранда мы старше на 100 лет, здесь волосы седые не в новинку. На тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. А ты не торопись, удел плакать мой, читай между строчками в газете. А ты меня ищи по почте полевой, и верь, что я живу еще на свете. А ты меня ищи по почте полевой, и верь, что я живу еще на свете. За линией Дюранда все проще и мудрее, здесь за чиной не выторгуешь славу. И братство по оружию, религии своей, мы выбираем здесь не по уставу. За линией Дюранда для смерти нет преград, но ты не верь, но ты меня послушай. Со мной локоть друга и верный автомат, и я не пропаду за них дукушем. Со мной локоть друга и верный автомат, и я не пропаду за них дукушем. И ты не торопись, удел плакать мой, читаю между строчками в газете. А ты меня ищи по почте полевой, и верь, что я живу еще на свете. А ты меня ищи по почте полевой, и верь, что я живу еще. Писал, что видел. Вот такая же, на самом деле, вот редкость. Но вот Олег Брыльков тогда вот настоял. Я спел. 8-й год, по-моему, называлось. Когда появился вот этот, то другой. Я ее спел. Понравился. Всем понравился, и теперь жизнь не спел. Потом после. Ну, это, в общем-то, мирная картина. Ну, просто дождь. Вот там, где не должен быть, этот дождь. Многие было здорово. Хоть мы все грязи. И хоть не отмылись, потому что грязи все принимаются. Ну ладно. Дождь идет в горах Алгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И даже не подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли беды. И даже дев подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли беды. Дождь идет в горах Афган, на колонны караваны, словно сура из Корана, строчки тянутся с небес. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, и шипит на раскаленном, утомленном МКС. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, и шипит на раскаленном, утомленном МКС. Дождь идет в горах Афгана, по забытой нежеланной, память светлая о доме, дальнем доме и весне. И отплясывают рьяно два безусых капитана, два танкиста из Баглана,
на золотанной броне. И отплясывают рья два безусых капитана, два танкиста из Багдада на золотанной броне. Дождь идет в горах Афгана, пересохшим речкам Манна. Он, конечно, не российский, не родной. Если бог от взрыва зверя и созвездия Водолея на войну обрушит дождик, этот дождик проливной. Если бог от взрыва злее и созвездия Водолея на войну обрушит дождик, этот дождик проливной. Дождь идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды, и дождю подставят лица. Все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. И дождю подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. Серой пыли и беды. Серой пыли и беды. Спасибо. Спасибо. На вроде транспортере. Легенды про эту песню разные, но от администратора роли нашла к автору вроде про него. Как? Банюшкин. Банюшкин, ну не важно. Нет, давно, в 93 году, я скажу, что девочка 18, не важно, слова главные хорошие. Девочка пела, она не отвечает. Последний куплетик, да? Ну там все вместе там. А нет, последний куплетик. А Порошенко тебя нет, Меркель. Нет. А я не перебил, не стал. А ты так понятно. Пиндосы есть пиндосы, Порошенко, Порошенко. Все эти ребятишки. Снится нашим ворогам, нам друг без всякой разницы, как за сандалим порохом, так дым пойдет. Давайте закурим, братцы, по одной, перерыв.